Вітаю, шановні телеглядачі, з вами телеканал Media Eye і я його ведучий Богдан Сівко. Ну що ж, зимові свята відзначилися досить яскравими подіями, але окрім цього, вони також і відзначилися великою кількістю тварин, які постраждали від фейерверків та петард. На жаль, все це відбувається через постріли, які ми чули досить часто в нас на вулицях. Окрім цього, сьогодні в Одесу прийшли морози і до кінця тижня вони будуть насправді посилюватися. Але як взагалі вберегти тварин від ось цих пострілів та як зменшити їх, так би мовити, страждання під час морозів? Про все це просто зараз у прямому ефірі ми з вами поговоримо із нашими гостями, представницями громадської організації «Собачий патруль». Отже, це Юлія Рибак та Наталя Дружиніна. Вітаю вас у студії. Ну, спочатку, по-перше, хочеться всіх привітати із Старим Новим Роком, який ми будемо відзначати вже сьогодні. Одесу засніжило. В принципі, для нас, для звичайних людей, це дуже велика радість, але для тварин це не те, щоб стрес, це навіть іноді є досить небезпечним. Отже, шановні, як взагалі тварини переносять морози? І найголовніше питання, як ми, звичайні одесити, можемо їм ось так трохи допомогти. Прошу. Ну, естественно, морозы для нас, это для животных, для людей это, в принципе, страшное дело. Мы кутаемся, мы стараемся меньше выходить на улицу. Ну и, соответственно, это, конечно, очень жестко для животных, которые находятся на улице. И собаки, и кошки, которые находятся на улице, им, естественно, нужна наша помощь. А как мы можем помочь морозы животным, которые находятся на улице? Естественно, в первую очередь и собакам, и кошкам нужно теплое питье и теплая еда. Почему теплое питье? Потому что, например, если мы нальем холодную воду для тех же самых собак, то она быстрее замерзает, чем, например, та вода теплая, которую мы наливаем, горячая или теплая вода, которую мы наливаем для животных. Еда теплая, почему? Потому что она больше имеет энергии. Поэтому для животного очень важно пополнять энергию в период мороза, в период холодов. Что еще? Вот многие люди не знают, например, вот, ну, никак не сталкиваются с тем, что кошка, когда температура падает ниже 14 градусов, для кошки это как бы экстренная температура. Почему? Потому что коты и кошки в это время замерзают. Они просто, скажем, усыпают и не просыпаются. Для того, чтобы ни такого не происходило, как бы мы призываем людей строить домики для котов и кошек. Я понимаю, что сейчас, например, будку для животного очень сложно построить, это очень дорого, это стройматериалы, все, тоже по возможности просим, если есть такая возможность, ставьте, стройте для дворовых собак, которые живут у вас там при домах, при дворах. Вот. А, например, кошачью будку мы делаем из пенопласта. Есть рыбные коробки, которые находятся там, где используют. Это бывает и при ресторанах, так как сейчас рестораны закрыты, сейчас работают магазины, в которых продается рыба. Можно подойти и попросить эти самые рыбные пластиковые коробки. Они имеют толстые стенки, их склеиваешь, эти две коробки, и уже получается, там можно скотчем обклеить, чтобы, ну, как бы сохранялось тепло, чтобы не было этих. Вот мы вырезаем там дырочки, и для животных получается полноценный домик, в котором тепло, в который животное может залезть, поспать несколько часов, у него наберется энергия, и он уже по-другому будет воспринимать себя на улице, на морозной улице. Ну, вот. Насправді, у цьому випадку, на мою думку, треба залучати, мабуть, відповідальних підприємців, які це можуть робити. Наталя, що стосовно вашого досвіду, взагалі, як ось допомогти тварині у разі, якщо ми просто йдемо по вулиці, мороз, ми в діті, а ось тварина перебуває просто на вулиці? Ну, елементарно покормити. Це саме мале, що ми можемо зробити. Там, піти в ближайший магазин, купити пакеті корму, покормити цю кошку там, або собаку. І це вже буде определенний вклад в те, що как бы, животне довше протягне на вулиці. Вот. И опять-таки вот относительно кошек, которые живут где-то при домах, да, там, частных домах или высотках, все равно как бы люди разные есть, но есть добрые люди, которые могут впускать в подъезд, хоть ненадолго погреться животное, но погрелось, набрало сил, может идти как бы дальше, да, жить. Вот. Или, вот, как сказала Юля, строить как бы, домики. По мере возможности, не обязательно. Может, там какие-то коробки, ну пусть оно временно будет. Даже если это нет возможности строить там, из пенопласта или деревянной, просто даже элементарно коробки там, обложить какими-то тряпочками, на какое-то время им хватит, потом там поменять. Стосовно безхатних тварин, мы уже
поговорили трохи про це питання. Наскільки ви оцінюєте, як справляються з цією проблемою наші комунальні служби, служби відлову собак та служби, які безпосередньо проводять стерилізацію? Ну, я хочу сказать так, что, в принципе, мы очень благодарны нашей службе отлова за то, что они действительно реагируют на, ну, и подписывают договора с предприятиями, на которых коммунальными предприятиями и вообще предприятиями, на которых там зоной завода, где находятся, как правило, прибиваются туда бездомные собаки. Спасибо им большое за это, потому что сейчас действительно очень большое, если вы обратите внимание, если раньше очень много бегало собак без клипс, сейчас полный город клипсованных собак. Вы же понимаете, что, в принципе, забирать их куда-то девать, спасибо им за то, что они хотя бы их стерилизуют, что не продолжается вот, ну, как бы пополнение этих бездомных, да. Число, не растет численность бездомных животных. Она растет, но не в такой динамике, как это было раньше. А в принципе, ну вот этим занимается служба отлова. Що стосується основних локацій, які в нас є там найпроблемніші локації стосовно безхатніх тварин? Тобто це там біля ресторанів, чи де вони взагалі в нас найбільше сконцентровані? Стройки. 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 Почему? Потому что, как правило, вот мы смотрим, как бы статистику смотрим, как правило, стройки берут бездомных собак, плюс еще, ну, якобы на охрану. И эти, естественно, эти собаки не стерилизованные. Прибивается еще одна какая-то собака, потому что там они подкармливают, потому что есть будки. Образовываются у собаки стая, они оплодотворяются, получаются щенки, и когда стройка заканчивается, как правило, на стройках находятся до 10, а то и больше собак. Ну, я не говорю, что там, ну, от 3 до 10 собак находятся. Вот. И получается, стройка, когда сворачивается, проблема в другом. Они собак либо травят, травят, либо просто оставляют там жить, потому что собака уже выбрала место, она там уже родилась, она уже там находится. И вот это вот большая проблема. Вот с такой проблемой, например, мы столкнулись буквально несколько дней назад напротив Мускомеди. Там находится стройка, на территории этой стройки ощенилась собака, потому что в свое время они ее вовремя не стерилизовали. На территории было штук 6-7 щенков. Осталось, потому что там находится рядом проезжая часть, из этих 7 щенков осталось 5. Мы забрали, поговорили с охранником стройки, он говорит, вот, вот такая вот ситуация. Собака, почему собака выходит на улицу? Потому что они ее не кормят, вернее, кормят размоченным хлебом, который мы увидели возле будки. И вот такая вот ситуация. И это не единственная стройка в нашем городе, которая имеет такую проблему. У нас, вы же знаете, сейчас идет большая застройка всего города, и вот это вот на каждой стройке есть свои собаки. Вот и все. Коли ми зможемо відчути ось цей пік цієї проблеми? Є така приказка, там курчат рахують восени, нам чекати коли? Весна. Весна, осень – это время щенков в коробках. Как правило, вот даже на тех же, я не говорю про стройках, возьмем просто предприятия какие-то, где, допустим, на территории завода собака ощенилась, им не нужны эти щенки, берется коробка, вываливаются эти щенки в коробку, как они только маму отсосали, как они немножечко открыли глазки, и вывозится эта коробка куда-то на остановке, на дороге и тому подобное. И оставляется. Люди не понимают, что если они выкидывают эту коробку весной, когда весна холодная, тот же март месяц, в котором у нас периодически выпадает снег. Они оставляют этих щенков, это не жильцы. Они могут сутки пробыть в этой коробке, потому что ночью падает температура, они замерзают, они умирают. Ну, то есть, в любом случае, они не хотят уничтожать этих щенков, когда они маленькие, например, топить на территории предприятия. Так они делают, вот, как бы, воля Божья, скажем так. Наталя, що стосується, мабуть, іноземного досвіду. Наскільки я взагалі можу подумати, то єдина можливість боротьби із цим, це, мабуть, високі штрафи, як, наприклад, у Європі, у більш, мабуть, цивілізованих країнах, коли штрафують за там погане утримання тварин. Що в нас ось з цим? Чи є в нас якісь штрафи за ось таке розпорядження тваринами? Штрафы, честно говоря, я не помню, чтобы сильно штрафовали за это, если честно, ну, по крайней мере, на нашем опыте. Если у нас, так прямо сказать, не исполняется закон о жестоком обращении с животным, где конкретно можно получить срок, то есть этим не особо никто не хочет заниматься, если честно. Есть там прецедентные ситуации, когда, да,
там вынуждены уже признать, что да, это было жестокое обращение, какие-то меры, а так штрафы, ну нет, у нас, к сожалению, этого нет, и когда она начнется, тоже неизвестно. То есть безответственности людей, они знают, что за это ничего им не будет. Вот смотрите, у нас создается закон, но у нас делается все для того, чтобы этот закон не был выполнен в жизнь. Да. Потому что, смотрите, к примеру, для того, чтобы, например, я говорю, привлечь человека, например, за жестокое обращение с животными. Как создан весь закон? Для того, чтобы привлечь человека, мы должны, увидя собаку, которая бьется, например, мы увидели, как человек подошел, дал собаке отраву, мы должны что сделать? Мы должны это заснять, посмотреть, как собака съест это, как собака начнет биться в конвульсиях, как собака умрет, тогда мы вызываем экспертизу, мы вызываем милицию, полицию, полиция приезжает, берем мы тело животного, везем его на экспертизу, и тогда выявляем, что это, как это. И у нас есть уже видео, все. Какой из волонтеров будет дожидаться, пока собака умрет? И кто будет из нормальных людей снимать это, скажите мне? Да, он снял человека, который там зафиксировали человека. Но как можно дождаться любой волонтер или любой человек, который любит животного, не обязательно это волонтер, как можно будет ждать, когда собака умрет на твоих глазах в конвульсиях? То есть закон просто идиотизмический. Мы все время боремся, чтобы сделали какие-то поправки к этому закону, для того, чтобы этот закон можно было воплотить в жизнь. Вот как би така ситуація. Я знаю, що у вас ви обидві є досить такими власницями досить красивих тварин. Скажіть, будь ласка, новорічні свята вже пройшли. Було дуже багато салютів, дуже багато фейерверків. Я знаю, що ваші тварини досить погано переносять це. Постріли, в них дуже великий стрес. Скажіть, будь ласка, на вашому особистому опиті, як можна полегшити ось такі. Такі страждання тварин у цей передноворічний, післяноворічний час. Ну, вот давайте я расскажу на примере своей собаки. Так. У меня две собаки, лабрадор и дворик. Вот лабрадор очень стала бояться этих салютов, этих петард. И не просто так, потому что как бы она вот 4 года нормально жила, существовала, никогда не боялась ни выстрелов, ни громких звуков. Мы когда-то шли с тещиного моста и под лапы и кинули петарду. Вот после этого времени, вот уже 2 года, это просто сущий ад во время новогодних праздников и недели 2 после. Собака просто не выходит на прогулку, она просто ложится, она не идет гулять. И когда слышит звуки салютов или петард, ее просто панически трясет, что мне приходится ложиться с ней рядом под стол и как бы обнимать и успокаивать. Поэтому это очень насущная проблема, и как бы люди должны понимать, что да, где-то часть это веселье, да, для людей, для животных это колоссальный стресс, как для домашних, ну так и для дворовых. Потому что ну, некоторые нормально реагируют животные, некоторые очень боятся и бегут. Самое интересное, они, когда слышат эти выстрелы, они все, у них никакой реакции. Вот где-то бежать, спрятаться, несмотря на дорогу, машины, еще что-то, они вот бегут в панике, вот куда глаза глядят. Естественно, это как бы и потеря собак, как ну, домашних, и попадание под колеса автомобиля, это страшно. У Facebook-спільноті собачого патруля я ось так подивився і можу сказати, що під час новорічної ночі, під час новорічних свят вся весь Фейсбук був усіяний постами про втрачених собак чи котят і все в цьому дусі. Яку кількість тварин вдалося врятувати? Вы знаете, если эта собака не бездомная, если это домашняя собака, конечно же, мы стараемся выловить эту собаку, поместить ее, например, либо в клинику, либо просим людей, чтобы взяли их к себе домой. И слава богу, что есть Facebook, как мы говорим, спасибо Facebook за то, что он есть. Почему? Потому что сейчас наши вот, ну, девочки-волонтеры, уже несколько лет существует такой, как бы страничка, которая называется «База потерянных и найденных животных города Одессы». Спасибо большое девочкам, которые во время праздников, вместо того, чтобы сидеть распивать шампанское, они сидят и регистрируют вызовы, которые вот постоянно кто-то нашел, кто-то потерял.
потерял, кто-то нашел, кто-то потерял. Почему такая ситуация происходит? Потому что очень многие люди, я уже вот говорила и повторюсь еще раз, многие люди берут первый год собаку. Ну, собака как бы не слышала салютов, они же не знают, как собака на это будет реагировать. Одни собаки, имея стабильную психику, которые пассивные, скажем так, они реагируют, ну, просто трусятся там вот такого вот плана. А те собаки, которые имеют, как бы, они импульсивные, скажем так, они естественно срываются с поводков, естественно бегут. Можно собаку, например, потерять на Приморском бульваре и найти ее на Таирова. Такие варианты тоже, как правило, были. Вот. Ну, никаких собак мы, например, теряют, мы не находим, например, там, в течение дня, то находят и через 2, и через 3, и через 4 дня. Спасибо, я же говорю еще раз девочкам, которые мониторят, которые отслеживают OLX, Facebook, ВКонтакте, полностью всю эту базу они мониторят, сводят в единую базу, и так и с помощью этого у нас как бы собаки, ну, находятся очень много. Чи існують, мабуть, якісь медичні засоби заспокійливі для тварин, щоб вони легше переносили цей час? Смотрите, если мы говорим, я могу рассказать случай конкретно о моей собаке. Я 7 лет назад, до этого у меня, 7 лет назад, скажем так, у меня были доберманы до этого времени, как я приобрела собаку, которая сейчас у меня. И они абсолютно спокойно реагировали на салюты. Мы жили на фонтане, там это не центр города, там как-то все было тише, и дом, видно, стены дома были более толще, и собаки мои, я даже не знала, что собаки могут как-то вот реагировать на салюты. И вот 7 лет назад у меня появилась сицилийская борзая, которая импульсивная, которая безумно боится, несмотря на то, что она охотничья считается, но она не приучена, скажем, к выстрелам, и она безумно боится салютов. И что получилось? Получилось, что 7 лет назад я на коленях простояла над своей собакой, потому что моя собака, услышав салюты, у нее начало останавливаться дыхание, вываливаться синий язык, и... Я не знала, что делать, но собака умирает на глазах. Что делать, я не знаю, звоню я ветеринару, ветеринар вне зоны доступа, ну не знала. Мне казалось, что я свою жизнь, своей кусочком своей жизни хотела поделиться с моей собакой, потому что она умирала на глазах у меня. Но потом я после этого случая, слава богу, она выжила, после этого случая я начала обращаться к ветеринарам, они мне сказали, чтобы за месяц до вот этих вот праздников, до салютов, это не только Новый год, это и День города, и другие как бы праздники, которые сопровождаются салютами. Вот, они сказали давать капельки ей какие-то, типа кот Баюн какие-то, ну, типа, давайте немножечко капельки, они успокоят психику вашей собаки. Ну, как вам сказать, помогли ли мне эти капли? Я не могу сказать, что они мне сильно помогли, все то же самое было, просто немножечко в притухшей вот такой вот форме. И вот последние несколько лет мне другой ветеринар сказал, что нужно давать габантин 300. Это человеческий препарат, который успокаивает психику собаки. Он притупляет, собака все время как во сне находится. Вот это единственный препарат, который мне помог. Вот как бы вот такая ситуация. Обмежувати використання ось піротехнічних засобів повинні на місцевому рівні. Я впевнений, що ви спілкуєтеся із волонтерами з інших міст. Взагалі, в Одесі порівняно з іншими містами України, яка ситуація? Тобто, тільки в нас не заборонено стріляти, чи в інших містах також? Везде проблема. Более того, не тільки в Україні це проблема. Це проблема і в других странах, і в других городах. Це проблема мирового рівня. Я от говорю, я вот недавно читала статью, буквально недавно, про Германию, что они там запретили какую-то там пиротехнику, использовать ее только там на каких-то площадях, не в парках. Почему? Потому что у них проблема была пару лет назад, проблема с лебедями. Когда начали стрелять, лебеди начали взлетать и запутываться в проводах. И у них перегибло очень много птиц. Поэтому они сейчас как-то стараются вот эту вот всю пиротехнику, все вот это вот, они как-то, государство старается как-то вот регулировать это все. Ну вот, как бы вот такая ситуация. Цьогорічні святкування, окрім, в принципі, відзначилися ще й такими досить жорсткими випадками із катуваннями тварин. Одній кішці вклали навіть петарду до рота. Ми, в принципі, дізнавалися стан цієї кішки та завітали навіть у лікарню, де її зараз лікують. Тому, прошу, давайте подивимося наш сюжет, як взагалі це все відбувалося.
Її доставили до клініки в критичному стані. Невідомі відірвали її хвоста, а її рот розірвало вибухом. Тут багато переломів, як би, стрілочка, конкретний перелом, который со смещением нижней челюсти в ветке, он выехал во внутреннюю часть рта и сделал огромную рану там просто-напросто. Зоозахисники, які опікуються покаліченою кішкою, вважають, це невідомі на Новий рік запхали у рот кішці петарду та підірвали її. Животное спіймали, держали, там наступили на хвост, например, всунули в рот взрывное устройство, закрили рот, и когда произошел взрыв, кошка дернулась от болевого шока, и в этот момент и оторвался хвост, и все. Дальше она уже, ну, как бы, бежала. Нині ветеринари борються за життя кішки. Проводять діагностику та комп'ютерну томографію. Можливо, прооперують ротову порожнину. Та до повноцінного життя вона навряд повернеться. Такі коти обычно очень сильно бояться людей в дальнейшем. І, скажімо так, з ними потрібно працювати. От, і соціальними вони становяться достатньо рідко. Гуманні було б. Ну що ж, мені насправді нема чого казати після переглянутого. Взагалі, ваші думки, мабуть, як із цим боротися, як взагалі з цим далі жити? Я вам так хочу сказати, що я конкретно касається мене, я посмотрела, це просто ужасно. Ну хтось же це зробив, хтось же воспитав цих дітей. Ну как можно вообще догадаться вообще живому существу засунуть в петарду? Мы сейчас говорили до этого о том, что как страшно, что собаки там кинули петарду в лапы там, допустим. Ну как нужно, каким нужно быть человеком и каким нужно ребенком быть, если это сделали дети, чтобы вот такое вот сделать? Я не знаю, вы понимаете, тут такая, это безответственность. Вы понимаете, они понимают, что это ненаказуемо. Мы же не видели, кто это сделал. Можно посмотреть, конечно, по камерам, можно как-то вычислить это все. Понимаете, можно как бы это сделать. Но в нашей стране за это наказания никакого не будет. Не, ну я считаю, что все-таки надо ограничить продажу пиротехники. Где-то пусть продается в определенных там больших магазинах, да, с лицензией и так далее. Потому что, когда видишь эти лотки, когда подходят, извините, дети там 12 это лет, они покупают эти петарды, ходят, они не только животные, они людям под ноги бросают, там, бабушкам каким-то. Да, да, то вот есть это уже с детства развивается вот эта агрессия. Жестокость. Жестокость, которая у кого-то может проявиться, у кого-то нет, но, как правило, оно потом может дать очень плохие плоды в будущем. Да, кто-то вырастет, и кто-то перерастет и будет потом жалеть и говорит, боже, какой я был идиот, что я вот сделал такое. А кто-то продолжит это все. Сначала он кошки засунул, а потом, если бы, поверьте мне, что если бы можно было человеку или ребенку это засунуть, если бы это было не наказуемо, потому что вы же сами понимаете, если человеку засунуть это, естественно, будет какое-то уголовное дело. А если животному, мы понимаем, что это безнаказанно. Вот и все. Дивіться, давайте з вами зараз такі надамо трохи практичні поради нашим телеглядачам. У разі, якщо ось перехожий побачив на вулиці тварину, яка ми бачимо, там, що вона постраждала, вона має певні травми, який взагалі звичайний ось такий правильний алгоритм дій, щоб їй допомогти, а не зашкодити? В первую очередь нужно животное отнести, если это, например, какое-то там сбитое животное или, например, замерзшее. Если это сбитое животное, тут определенные действия, что вы можете сделать? Вы можете отнести в любую ветеринарку животное, и там, естественно, ну, у нас, вы же понимаете, что у нас люди не хотят брать на себя ответственность. Это ответственность. Вот это вот. Вот в чем проблема. Может быть, у нас помогал бы и каждый второй, но так как у нас сейчас у людей нет возможностей и денег, поэтому они понимают, что взяв животное, отнести его в ветеринарную клинику. У нас нет городской клиники, которая, например, социально, ну, как бы, которая имеет минимальное там за какие-то лекарства берет. У нас все клиники частные и берут большие деньги за это. Поэтому человек понимает, что я отнесу животное, и на меня повесят долг там в 5-6 тысяч. Они, и поэтому, естественно, они проходят мимо. Ахают и охают, и проходят мимо. Вот и все. Но мы просим, если это, например, замерзшее животное, отнесите в парадное, в тепло какое-то, возьмите, обогрейте, накормите это животное. Если же это сбитое животное, по возможности отнесите в клинику, пишите в интернет посты с просьбой о том, чтобы помогли. Помочь, да. Вот
такая-то клиника, там лежит животное, помогите оплатить услуги. Ну, то есть выход есть из любой ситуации. Но я бы хотела добавить об ответственности, вот в частности, сбитых животных. Если так случилось вдруг, ну, все в жизни бывает, и человек вот сбил животное, не уезжайте с места, уезжайте, окажите помощь. Как правило, можно помочь животному. Если ты уже совершил этот поступок, возьми на себя мужество и ответственность отвести это животное в клинику. Ну що ж, на жаль, в нас сьогодні така була досить спекотна тема. На жаль, наш ефірний час підходить до кінця. І за традицією, наостанок, будь ласка, можете звернутися до одеситів наших, до наших телеглядачів. Взагалі, стосовно ось цих проблем, які ми з вами сьогодні, про які ми з вами спілкувалися. Я бы хотела сказать, одесситы, если вы не любите животных, если вы не хотите помогать животным, не мешайте другим людям помогать животным, не разрушайте котодомики, не бейте, не прогоняйте животных из своих дворов. Дайте возможность другим людям помогать этим животным. Ну, я бы хотела добавить опять-таки об ответственности, то есть берите на себя ответственность, можете покормите, можете отнесите в клинику, вылечите животное, а еще лучше, если вы сможете, заберите его себе и дайте животному дом. Ну, а я нагадаю, що в студії були Юлія Рибак та Наталя Дружиніна, представниці громадської організації «Собачий патруль». Ну і що ж, шановні телеглядачі, давайте бути добрішими, до зустрічі та залишайтеся тільки з «Медіа Ай».